На сегодняшний день Госсовет не означает уже ничего. В январе нынешнего года, когда реформа Конституции только затевалась, одним из вариантов была пролонгация пребывания Владимира Путина в фактической власти через Госсовет и пост его председателя. В таком случае Госсовет наделялся бы некими важными полномочиями в соответствии с законом, проекта которого тогда еще не существовало. Но потом, ближе к марту, было решено, что Владимир Путин остается просто путем обнуления его президентских сроков, и Госсовет в его новом формате утратил смысл. Но уже машина была запущена, остановить ее было невозможно, и поэтому воленс-ноленс Кремлю пришлось принимать зависимому от него парламенту принимать закон о Госсовете, в котором никаких новых полномочий для этого органа фактически не предусмотрено.